Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы находимся в лесу королевском и сейчас отправимся в Анарлонда. И лучше нам отправиться, собственно говоря, я не помню откуда. По-моему, из склепа темной луны. Мы, конечно, в сам склеп не пойдем, потому что там у нас босс, которого мы убивать пока не хотим. Попозже чуть-чуть, когда уже, то есть, захочется заняться ПВПшками, мы займемся ПВП, а потом, собственно, убьем этого босса Гвендолин. Пока что же так, балуемся разными вещами. Так, короче говоря, здесь у нас есть картина. Картина у нас вот в этом соборе. Не уверен, что сейчас у нас прямо туда лифт нас, то есть не придется даже доворачивать. Сразу выйдем с верхнего этажа, я в этом не уверен. Скорее всего, придется один раз повернуть. Хотя нет, прямо сюда и привела дорога. Ладно. Кстати, локация довольно большая, я не уверен, что мы ее пройдем за один раз. И, кстати говоря, там у нас бонфайр-то есть где-нибудь? А, ну да, в самом начале там есть, так что ладно. Просто там будет место. Ты что делаешь, сучий? Короче, место не самое хорошее. Я не думаю, что они мне что-то могут противопоставить. Хотя сейчас они меня быстро в этом разубедят, как обычно. Видишь, какие быстрые. Ладно. Давай что-нибудь там замути. Ниндзевское. А мы по-простому, как обычно. Дабстебами. Все дела. До сих пор прикал, когда некоторые бэкстебы дабстебами называют. Ах. Ладно, хоть не драм энд басом. Так, ну и тут мы уронили давным-давно эту люстру. Ой-ой-ой, так у вас уже четверо. Ой, у вас уже пятеро, да? Ты мне сейчас чуть драм-н-бас не сделал. Не надо такого, пожалуйста. Свидание. Так, это меня прикроет, нет? От их кинжалов. Зачем? Зачем я это сделал? Ладно. Всегда найдутся люди, которые меня могут поругать, так что я спокоен. Метательные ножики. Кому они вообще нужны, эти метательные ножики? Уф, ладно, хоть без бэкстеба, без драм энд баса. Обошлось. А то один товарищ прямо у меня за спиной стоял. Они это дело любят. Тут мы взяли черную броню, он в том углу. Давайте сразу с тем товарищем разберемся, что он там стоит. Не отсвечивает, конечно. Но все равно, нельзя. Так, и вот еще одна офигительнейшая локация, очень красивая. Как и способ проникновения в нее. Напоминает попадание в Prepare to Die Edition контент, да? Кстати говоря, я же хотел сходить в Prepare to Die Edition контент, а там поговорить с женой Арториуса. Ну ладно, это будет уже после нарисованного мира. Хотя здесь, по-моему, будет возможность перенестись. Но я не уверен, что смогу после этого перенестись обратно. Поэтому ну его нафиг. Здесь свидетельство гостеприимства местных. Они прям так и говорят. Хлеб да соль. Так, ладно. Костерчик. Одно двойное хуманити. И одно одиночное. Здесь я не знаю, кстати, фантомы переть будут, нет?
Ну, то есть про одного я знаю, я ради него и принимаю человеческую форму. Я про других сейчас. Не про NPC. Так, ладно. И... ладно. Плюс 15. Устраивает. То каковы вообще условия того, чтобы... ну, то есть, чтобы он сюда пришел. Там просто, поясню, в одном месте будет как кладбище какое-то, что ли. И там, по идее, должен появиться красный фантом, но в прошлый раз у меня этого не было. Возможно, потому что я в человеческой форме не ходил. Я не помню. То ли ходил, то ли не ходил. Так, здесь у нас закрыто. Это мы с той стороны откроем, по-моему. Стрел не купил. Что-то вообще сегодня... А как я без стрел буду убивать тут гнилого дракона? Как я тебя скину? Ну, там можно будет скинуть, но это... все равно далеко не так прикольно. И здесь есть гарпии. Это, наверное, самый неприятный тип противников на открытых пространствах. Потому что они прилетают и тупо садятся на голову. Еще здесь, да, еще здесь есть пакость одна. Тоже скоро покажу. Так, хорошо, ребятушки. Не, ну казалось бы, вот здесь чему тормозить, да? И то фреймрейт ощутимо так дропается временами. Так, ладно. Ну что, ребятушки, пока же сидят, отдыхают, не хотят, а вон одна летит. Да не одна. Но в этот раз попроще будет. Да хары, ну, я же в блоке был. Как я и говорил, твари неприятные. Но смертные. Так, что дальше? Тут у нас лучник где-то. О, там этот. Этого нужно опасаться. Засушенный палец. Сколько я всякой фигни подбираю, это же какой кошмар. Так, ладненько. Понятно. Мы обошли, да? Хорошо, отлично. Это яд или токсин? По-моему, это токсин. И судя по тому, как... да, это токсин был. Судя по тому, как жизнь тратится, это тоже токсин. Так, тут мы проходим? Проходим. А, нет, не проходим. Подождите, там же еще внизу что-то было. Ну-ка, давайте по-быстрому еще сходим. Так, не отсюда же? Нет. Блин, ну пейзажем просто зачет. Так, куда ты прыгаешь, елки-палки? Вот за что ненавижу эту игру, вот зато ненавижу. В основном игру есть за что любить, но... это же какой кошмар временами. С этими долетами, недолетами. Чуть кровь не пустили еще. Ну, человечность, как обычно. Тут у нас крысы какие-то альбиносы. Беленькие.
Так, шо? Что дальше? Как мне вообще отсюда спуститься? Мне нужно вниз туда. Скотина. О, ребята. Всему свое время и место. Вы-то тут откуда взялись? Да, блин. Я ж так издалека бью, как это получается? Надо было второго сразу убить. Третий. Вот так нормально. Больше нету? Вроде нет. Фантом, по крайней мере, не лезет, да? Там, кстати, тоже свой прикол внизу стоит, вон, около статуи. Так, лечилка. Хорошо. Это как Final Fantasy 8. Там была магия Cure, то есть, ну, лечить. Была магия Курага. А, была магия Кура, это которая посильнее лечит. И была магия Курага, которая лечит особо сильно, самая сильная лечилка. Ну и наши пираты, недолго думая, перевели как лечилага, что ли, что-то такое. Лечилагас. Да, блин, ну тут уже только так можно было. И мы, собственно, тратим свой последний токсин, антитоксин, вернее. И постараемся больше так не попадать. Так, здесь мы можем долететь? Можем, скорее всего, но... Чуть-чуть полегче, если будем. Отлично. Хорошо, тут что? Уф, так, тут у нас... Какой-то другой щит охота попробовать. Надоел уже этот, честно говоря. Стабильность вообще никакущая. 55, это же позор. Вот это неплохо. Хотя бы красивый. Ну, здоровый, конечно, такой. Нет, не особо красивый. Нужно найти маленький щит с хорошей стабильностью. Допустим, паучий щит. Так. Вот на 70 неплохой рыцарский щит кристалла. Но не крепкий. Хотя давайте побегаем для разнообразия. Почему бы и нет? Так, отсюда у нас дорога ведет. Куда нужно? О, вот кто-то погиб. Хорошо. Как ты погиб? А, ты наверх поднялся туда. И там тебя, похоже, затоксинили. Так, подожди. Ты чё, родной? Посмотри. Слышу еще этих собак. Ой, ну то есть крыс. Которые тут лают почему-то. Свидание. Так, мимик нет? Не совсем понятно, по-моему, нет. Да, не мимик. Ух ты, нам дали костюм этих ниндзей. Круто. Зачем они нам, не знаю. Я даже когда в декс-билде был, я все равно не пользовал. Так, и что тут все? Тут дворик такой. Для священников помолиться, в небо посмотреть. Шо? Это все похоже, зачем мы сюда ходили. Давайте уже как-то спускаться, что ли.
Короче говоря, где-то вон там, вон в дальнем углу, куча народу, насаженные на копья. И именно там должен появиться, насколько я помню, фантом. Но, опять же, не точно. Если что не так, не серчайте. Знатоки у нас любят серчать по любому поводу. Да, подожди ты. Блин, я разучился парировать с этими тяжелыми щитами. Вот и заколебал уже, ну. Вот там, видите, бандуру эту. Так. Либо я спускаюсь тут, выпадаю хрен знает куда, либо я иду сюда, при этом агрю на себя кучу гарпий. А, тут я не могу спуститься при том еще. Ну, по крайней мере, тут с вами... Подожди, как ты задел, а? Ну, ох, какая отвратительная, худая такая, ох, пакость. Так, отсюда у нас вон там еще секретики есть, но они нафиг успеется. Так, здесь я, по идее, перепрыгнуть, что ли, должен? Или как? Сомневаюсь, что я смогу. И тут перебраться не смогу. Ну да, не смогу. Наверное, как-то сверху надо будет потом спрыгнуть, когда будем подниматься. Откуда? Вот сволот, откуда ты взялся тут вообще? Спрыгивай давай. Может, мне его нужно поближе подойти, чтобы он захотел пообщаться. Себя не сожжешь таким макаром? Ну, похоже. Ну, иди тогда в попницу. Так, как бы мне спуститься поаккуратнее? Тут у нас что-то есть. Я бы не сказал, что это очень аккуратно. Что-то мне это все не очень нравится. О, понятно. Сейчас моя человечность уйдет коту под хвост. Откуда он тут появляется-то, я даже не знаю, откуда его ждать. Может мне... Я не знаю, алебарду взять. Ой, то есть меч вместо алебарды. Блин, а я столько прошел уже. И сейчас опять какой-то козлик мне помешает. Что за жизнь? Вот и ты. Ну что, приступим? Ты, я надеюсь, человек честь? Вроде да. Ну, у тебя такой тесак, что я тебя боюсь. У тебя, по-моему, тесак Нита, да? Расшибся. Я лечиться не буду, убьет так убьет, несмотря на весь прогресс. Он, конечно, наверное, не знает, что меня смотрит тут несколько тысяч человек. А то бы просто ушел с дороги. Так. Слушай, он хороший. Человечность дал. Может, он меня заманивает? Денька, денька, дай воробушка. Драться будем, нет? Человечность мне дал. Похоже, будем драться.
Ну, хорошо обожгло. Блин, что ж я ждал? Ай, блин, никакого опыта нет. Ну, прошибать ты меня долго будешь, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все, это уже все. Я уже не победю его с такими-то жизнями. Хотя... Да нет. А, ну, блин, один удар, 8 дырок. Хорошо. Какой хороший был, да, у меня человечец, прикиньте. Обалдеть. Ну ладно. Надеюсь, ты последний, кто нас потревожил на сегодня. Но был прикольный парень. Просто, я не знаю, если это из русских и смотрит, спасибо, блин, ему большое. Потому что настоящий сюжет. Благородный воин пришел подраться. Так, ну тут я убьюсь. А нет, не убьюсь. Я просто не знаю, куда идти, где тут нормально спуститься можно. Так, тут меня уже ждут. Давайте подлечимся. О, видимо, ему понравилось. Или он сказал, да ты читер, да я бы тебя. Да мне повезло на самом деле, да? Хотя, какое повезло? Чистая победа была. Тут уже больше всего в понты упиралось. Давайте посмотрим. Хех, говорит, хорошая битва. Смешно, говорит, выглядело, как будто я только что сделал достаточно повреждений, чтобы убить меня. А, короче, он говорит, наверное, говорит, когда я упал, мне надо было подлечиться. Ну да, вполне возможно. Прям впритык ему дало повреждение. Ровно столько, сколько было нужно. Если бы, да кабы. Если бы я не увернулся там от того-то фаербола, то я бы тоже давно умер. Нормально. Так, куда я попал, в общем? Блин, я опять попал не туда, куда хочу. Я сейчас опять попаду к этому месту, то есть к подъему. Как мне отсюда выбраться-то? А, так. Здесь неужели другого выхода нет? Тут вон человечность есть. Но я ее не получу с этим щитом, да? А вы знаете, он сейчас по новой ко мне вломится, вот увидите. Я отомстит по полной. Пока я тут теряю время. Так, подожди, я заблудился маленько. Пардон. Золотая монета. Круто. Зачем она мне? Так, и что, серьезно, тут больше ничего нет? Ну да. Печально. Это, по-моему, самая такая локация, которую я хуже всего знаю. Я, по-моему... Да, блин, эти крысы. Довольно быстро прошел первый раз. То есть даже ничего не успел тут запомниться. Запомнился только подвал, в котором... Офигеть, как много было колес. Так, вот это вот точно туда, куда мне не нужно. А вот это... А, ну да, это тоже. Блин, я везде тут уже был. О, так, куда же пойти? Что же делать? Сейчас будем разбираться. Может, все-таки дальше пробежать? Не знаю. Щит давайте наденем обратно, а то сейчас прилетит по глупости. Так, ну я... А, вот, я же отсюда могу спуститься вниз. А я и забыл. Ах. Стандартные для меня такие ошибки. О, там, кстати, я помню, там такие рыцари стоят, просто головная боль.
Геморрой, я бы сказал. Так, ну что, пустите меня уже вниз, нет? Я хочу срез открыть. Ребятки, с вами я, конечно, хочу драться, но может не стоит сейчас. Напоминает, как я уже говорил, босса Фаланкс из Демон Соуса. Так, здесь у нас должен быть темный фантом, что ли? Что-то не видать. Хорошо, сейчас посмотрим. В человечной форме. Что еще не хватает? Воды. И, кстати, довольно тяжелый фантом, говорят. Ну, говорят. Сохранение постоянное. То ли я раньше не замечал, то ли на самом деле не так часто они идут на консолях. Это ваше сохранение. Так, фантом. Фантома нет, не знаю. А, вот. Ну, с головой у тебя напоминает этого, да, из Demon's Souls, опять же, там был похожий такой костюм. У нас один товарищ тут уже пользовался огнем. Опасный, смотри, какой. Ух ты! Это что это у тебя было? Хлыст? Так, уберите надпись, пожалуйста. Я хочу узнать, что я взял. Шипастый кнут. Отлично. И что он вообще из себя представляет? Урон, конечно, шляпа. На декс билд дает кровотечение. Неплохо, неплохо так. Если его прокачать еще. Но, понятное дело, это не... Блин, почему мне такие оружия не попадались, когда я играл за декс билд? Теперь, когда играю за... Попадается какой-то, я не знаю, просто... Жаба душить начинает. Так, вот наш срез к костру. Фух, вон наш бонфайр. Теперь уже можно спокойнее маленько всему к этому относиться. Ты вот, допустим, чё могёшь? Ничего особенного. Ничего особенного, но защиту держит. Ты-то, блин, откуда взялся? Ну-ка. Да, блин, не ту кнопку нажал. Вечно какие-то накладки. Да хватит уже. Напоминает почему-то... ну, как почему? Напоминает горбуна из 30 спартанцев. Тоже такой был с копьем, щитом. И весь такой бесформенно уродливый. Так, все. Теперича. В принципе, у нас тут не так много дел. Что, например, тут?
у нас дверь, и, скорее всего, она заперта, да? Заперта, да. И у нас тут есть канализация, что ли. Так, больше мы никуда не можем пойти. Можем вот сюда пойти и в канализацию. Сначала сходим сюда. Позырим. Что у нас тут? Так, ну тут я понял, что у нас. А тут у нас дорога к тайничку небольшому. А, здесь у нас наоборот, канализация. Так, ну кто? Хорошо. Одна. Слабаки. Так. Я не уверен, что там что-то хорошее, но мало ли. Я все-таки думаю, мы тут еще погибнем. Так, ну и что? Ну и пойдем. Пойдем посмотрим внизу тогда. Здесь у нас колеса. Вы колеса, я думаю, помните по... как это там место называлось? По катакомбам. Если у вас нет хорошей стабильности, то у вас проблемы. Если есть, то проблем, собственно, не так уж и много. Но тут уже в скорость все упирается. Да, в целом нормально. Еще есть ваши? А, бежит. Тихо, ребята. Так, это последний вроде, да? Да, блин, как не долетел. Все-таки вот этот игрок, темный фантом, который приходил, прям возвращает веру в хороших таких вежливых геймеров. Ну, не знаю. А то временами кого-нибудь убьешь в этом PvP, и такие сообщения типа: «Да ты там говно! Я бы тебя убил, просто у меня там брат младший играл». Что-нибудь типа того. Все вы знаете, короче, эту тему. Так, что я тут делаю? Стена мглы. Подожди, здесь же должен быть... А, вот. Что это нам дает? А, это нам откроет дверь сейчас, да? Ладно. Хорошо. Здесь, кстати, босс невидимый. Я так и не понял, что с ней делать. То есть, у меня были какие-то наметки, но я про них уже забыл. Потому что с того момента, когда я думал об этой теме, прошло уже полторы недели. Поэтому придется бить ее по старинке. То есть, наугад. Так, что у нас тут? Аккуратно двигаемся, потому что тут тоже колеса есть. А колеса в закрытом помещении — это полная папуа. Вот этот вот удар у него просто, несмотря на всю мою защиту, когда я Dex билдом играл, просто высушивал. И потом начал уже, начинал рвать меня. Поэтому я ненавидел это место. Но сейчас просто элементарно как-то. Ключ от пристройки, хорошо. Так, это вот оттуда я пришел. Хорошо. Тут у нас что?
тут у нас... ты посмотри. Тут-то у нас красота просто какая-то. Чё спим? Да, блин, траванулся, все, мне хана. Ох, но с другой стороны, как раз так. А что у тебя было? Как раз серию пора завершать. Поэтому сейчас по-любому придется бежать к костру. Но мы просто осмотрим, что у нас тут осталось. Потому что лечилок от этой штуки у меня нет. Обычно точно не подойдет? Нет. Точно. Так, и в эту сторону дорога. Да, блин, не укатывайся ты. У меня мало времени. Я умираю. Так, что тут? Тут у нас очередной подъем. И он выведет нас прямиком в поле, по-моему. Тут, конечно же, ничего. Так, точно больше ничего нет? Ну, вроде как. Да, похоже на то. Так, ну давайте поднимемся отсюда. Подожди, куда я пришел? Не-не-не, не отсюда. Да, блин. Все-таки седьмая серия за день, это сказывается на внимательности. Но по-другому я не мог. Иначе вы бы остались без серии, пока я в отъезде. Поэтому приходится пострадать маленько. Так, хорошо. Тайна впереди. Какая тайна? А, ну может позади? Хорошо, тут у нас что? Тут я не был. Жертвенное кольцо очередное. Я им совсем не пользуюсь. Так, а нам осталось, в принципе... идти туда, но сначала пристройку. Давайте пристройку проверим сразу. Хотя нет, там же так дофига места. Так что проверим ее в следующей серии. Потому что там достаточно много бегать. Там просто, по-моему, уголь какой-то, что ли. Поэтому мы сейчас остановимся. И пойдем уже в восьмой серии дальше. Сейчас эти вот 94 тысячи потратим на еще один уровень. На сопротивление, пожалуй. Вот так вот пусть будет. И, в принципе, давайте на этом завершать. В принципе, интересная серия получилась. Согласитесь, вот этот вот темный фантом внес свою изюминку, хотя они обычно меня раздражают. Но в этот раз прям получилось достаточно интересно. Интересный противник был. И кроме того... Блин, что он делает ногами? И кроме того, именно интересный был... как этот, ну как человек, он сначала дал человечность мне, типа поощрительный приз, если я тебя убью, ну и вообще такой, и пообщался потом нормально, то есть молодец чувак. Так что увидимся в следующей серии, надеюсь вам понравилось, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.